Отстрелялся. Сергей Каменский сегодня подвел итоги сезона. В этом году стрелок собрал целую россыпь медалей различного достоинства. Не так давно ему покорилась вся планета. Бийчанин оформил золотой дубль чемпионата мира, а также взял серебряную медаль первенства. Организация этого турнира в Южной Корее Каменский остался доволен. Говорит, все прошло на высшем уровне. Покорилась в 2018-м Сергею и Европа, а также несколько этапов Кубка мира. Главная цель по-прежнему одна – медали Олимпийских игр. Отдельно Сергей во время пресс-конференции рассказал про свой арсенал. Винтовки изготовлены в Германии, с этой фирмой у него подписан договор. Правда, спортсмен старается их постоянно совершенствовать. Признался, что из боевого оружия ему доводилось стрелять, причем также метко. Я занимал призовые места на чемпионате России по штатному оружию. То есть я стрелял с автомата. Когда учился в военном институте, приходилось выступать за Сибирский федеральный военный округ. Вооруженка. Да, мы ездили на соревнования по военной программе. Я выступал, и медальки у меня имеются.